Хочу обратить ваше внимание на то, что сегодня именно 23 число, и это не 24, и не 22, это именно 23 число. Почему? Потому что это особенный день, и Господь каждый день творит все новое. И сегодня у нас на самом деле новый, особенный, необычный день. И наблюдая природу, наблюя Божье творение, как развиваются растения, цветут цветы, мы видим, что все находится в движении, все находится в развитии. И сегодня Господь для каждого из нас приготовил что-то новое, что-то особенное. И как говорится в Слове Божьем, в молитве Господа Иисуса Христа, «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день». И это действительно просто нам жизненно необходимо именно сегодня, в этот необычный день. Он неповторимый. Других дней просто не будет. 23-го и все. Следующий день уже будет другой день. И наша сегодняшняя задача настроить свое сердце на слышание, на то, что Господь приготовил для нас. А наш разум отключить от всякой суеты, от всяких вот блуждающих мыслей, от тех дел, которые мы сделали за эту неделю, от тех планов, которые мы будем планировать, чтобы мы были способными увидеть и принять то, что Господь приготовил для каждого из нас. Вы верите, что Господь сегодня приготовил для нас что-то новое, что-то необычное? Да. И давайте мы с вами вместе встанем и помолимся за вот необычное сегодня служение. Я верю, что сегодня будет необычное служение. Сегодня будет необычный день. Сегодня будет необычное поклонение, необычное детское служение, необычная проповедь, потому что Господь творит всего нового. Отец Небесный, спасибо Тебе за этот день, за этот особенный день. Спасибо Тебе за то, что Ты приготовил для каждого из нас эту пищу. Боже, пожалуйста, во имя Господа Иисуса Христа, открой наши сердца уразуметь то, что Ты действительно будешь являть сегодня на этом собрании. Открой наши глаза, чтобы увидеть, что Ты творишь. И отверзни наш разум к тому, что Ты будешь творить, и чтобы и нам это творить, Господи, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Господи, благослови каждого из нас. Духом Твоим Святым Божиим, наполни, Господи, пожалуйста, во имя Иисуса Христа. Благослови, пожалуйста, играющих, поющих. Звуками неба наполни звучание этих инструментов, Боже. Являй Твою силу и славу и могущество на этом месте, Господи. Во имя Иисуса Христа. Являй Твои чудеса и знамения. Благослови все сферы служения, Господь. И тот, кто будет говорить и проповедовать, яви Твое особенное слово, Твое особенное послание, Господи, во имя Иисуса Христа. И да будешь Ты прославлен. И хвала Тебе, слава, великий Бог. И в преддверии, можете садиться, в преддверии грандиозного просто исторического события, явления Господа Иисуса Христа в этот мир через Деву Марию, мы приглашаем Алю Андрея поделиться словом, совершить особенное действие. Дорогие, приветствуем всех. Вот сейчас особенное время, да, Адвент. Это 4 недели перед Рождеством, когда мы готовим себя, вспоминая время, как наш Господь Иисус пришел на землю. И давайте сейчас у нас 4-я неделя, 4-е воскресенье. Сегодня будет зажигаться 4-я свеча, но мы по порядку зажигаем все от первой свечи. Вспоминаем, что первая свеча, как называлась свеча? Да, да, пророческая. Вторая свеча была свеча Вифлеемская. И третья свеча пастухов. Не торопись. Пока. Вот. Сегодня четвертая свеча, и это свеча ангельская. Вот. Немножко по-разному все готовят свои сердца, видимо, но в основном те, кто вспоминают, вспоминают о действии ангелов, о божественном действии, которое окружало всю эту историю рождения Иисуса Христа. И сейчас мы прочитаем, вернее, Елисей прочитает. Вот. Я буду держать микрофон.
из первой главы Евангелия от Луки отрывок. Когда Елизавета была на шестом месяце беременности, Бог послал ангела Гавриила в галилейский народ Назарет к деве по имени Мария. Мария была обручена с Иосифом, потомком Давида. Ангел пришел к ней и сказал: «Приветствую тебя, получившая милость, с тобой Господь». Мария эти слова очень удивили, и она размышляла, что бы это значило такое пришествие. Ангел продолжал: «Не бойся, Мария, потому что Бог проявил к тебе милость. Ты забеременеешь и родишь сына, и назовешь его Иисусом. Он станет великим, и его будут называть сыном Всевышнего. Господь Бог даст ему престол его предка Давида. И он будет царствовать над домом Иакова вовеки, и его царство не будет конца». «Как это может быть?» – спросила Мария. «Ведь я еще не была с мужчиной», – ангел ответил. «Святой Дух сойдет на тебя, и тебя осенит сила Всевышнего. Поэтому младенца, который родится у тебя, будут называть святой, а также сыном Бога. Вот и твоя родственница Елизавета тоже родит сына в ее преклонные годы. Они говорили, что она бесплодна, но она уже на шестом месяце беременности. Для Бога нет ничего невозможного». «Я служанка Господа», — ответила Мария. «Пусть все произойдет со мной так, как ты сказал». И ангел оставил ее. Вот это замечательная история. И сейчас мы будем зажигать четвертую свечу. Свеча ангельская. Зажигая ее, также скажу, что определенная часть тех, кто думает о участии ангелов в этой рождественской истории, также ожидают того, как Господь Иисус придет в сонме ангелов за своей церковью, ожидая его второе пришествие. Вот. И завершим мы, наверное, краткой молитвой свое такое действие со свечами. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Иисуса, которого Ты послал в этот мир. Ты послал своего Сына для нашего спасения, для того, чтобы в нашей жизни был разрушен всякий грех и всякая власть греха, и чтобы мы имели жизнь, общение с Тобой. Спасибо Тебе за Твоего Сына, спасибо Тебе за слуг Твоих, за ангелов, которые также участвовали в этой истории, рассказывали пастухам и Марии, и еще много и много действий, которые они делали, тоже наполняли и имели место в этой истории. Спасибо Тебе за Твою любовь к нам. Во имя Иисуса. Аминь. Господь грядет, земля ликуй пред Ним. Прими цари, царя цари, святые бойте Ним. Святые бойте Ним. Радость для всех, радость для всех. Для всех, для всей земли. Радуйся, мир, Христа хваля, святые воспоем. Леса, моря, холмы, поля и вторят с торжеством. Радость для всех, радость для всех, радость для всех.
всех, для всей земли. Принес он мир и благодать, что все могли познать, как Бог велик и справедлив, как Он нас возлюбил, как Он нас возлюбил. Это радость для всех, радость для всех. Радость для всех, для всей земли. Радость для всех, радость для всех. Радость для всех, для всей земли. Для всех, радость для всех, радость для всех, для всей земли. Радость для всех, радость для всех. Радость для всех, для всей земли. Радость для всех. Аллилуйя! 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 Хочу нести со всех высот земли о том, что без границ ты благ и милостив, ты наполняешь все любовью и добром. Так благ, ко мне ликую я, ты так благ, ко мне танцую я, ты так благ, пою тебе, ты так благ, ты так благ. Постичь, как ты велик, нельзя в сравнении, творенья дивный лишь отражение, тьму светом озаришь, и станет ночь, как день, ты удивительный. Ты так благ, ко мне ликую я, ты так благ, ко мне танцую я, ты так благ, пою тебе, ты так благ, благ. Ты так благ, ко мне ликую я, ты так благ, ко мне танцую я, ты так благ, пою тебе, ты так благ, ты так благ. Своей возвещу везде, ты так благ, ты так благ. В дождь и в ясный день буду петь тебе,
ты так благ, ты так благ. Я хвалой своей возвещу везде. Ты так благ, ты так благ. Дождь и в ясный день буду петь тебе. Ты так благ, ты так благ. Ты так благ, ко мне ликую я. Ты так благ, ко мне танцую я. Ты так благ, пою тебе. Ты так благ, благ. Ко мне ликую я, ты так благ. Ко мне танцую я, ты так благ. Пою тебе, ты так благ, ты так благ. Ты так благ. Бог наш, благодарим Тебя. Превозносим имя Твое, Господь. Доброе утро. Возвещая нам зарю, их небесным голосам вторят горы и леса. Слава, слава Вышний Богу. Праздник, что за час, ангелы поют для нас, что за радостная весть, так навляет эту песнь. Слава, слава Вышний Богу, пойдем, мы младенца там найдем, на колени припадем, нам Христос наш царь рожден. Слава, слава Вышний Богу,
знают небо и земля твои словом своим. Бог богов, царь царей, святой праведный, слава твоя до небес и по всей земле. Дивны все дела твои, словом своим сотворил нам милость и любовь свою. Ты Бог богов, царь царей, святой праведный, ты слава твоя до небес и по всей земле. Тех, кто хранил сердцу истину, слова любви твои. Ты Бог богов, царь царей, святой праведный, слава твоя до небес и по всей земле. И Он живой, и Его милостью живем с тобой. Наш Бог воскрес, и Он живой, и Его милостью живем с тобой. Наш Бог воскрес, и Он живой, и Его милостью живем с тобой. Наш Бог воскрес, и Он живой, и Его милостью живем с тобой. Милосерд, тот, кто мир сотворил и рукой своей хранил. Бог есть мир, Он есть мир, и Он любовь, Он любовь. В милости своей царит, и все творение поет. Благ Господь, наш Бог прославлен. Он воскрес, вознесен, и Ему вся хвала. Он тот, кто был, Он есть и грядет во славе. С тьмами ангелов своих совершит слова свои. На кресте кровь Его, Он собой пренебрег,
свою вознесем в небеса, вознесем на земле. Агнец Божий царит, и все творение поет. Благ Господь, наш Бог прославлен, Он воскрес, вознесен, и Ему вся хвала. Он тот, кто был, Он есть и грядет во славе, с тьмами ангела. Грядет во славе воскресший, грядет свой мир всемогущий. Перед лицом Его тают холмы, горы трепещут. Грядет во славе воскресший, грядет свой мир всемогущий. Перед лицом Его тают холмы, горы трепещут. Грядет во славе воскресший, придет свой мир всемогущий. Перед лицом Его тают холмы, горы трепещут. Придет во славе воскресший, придет свой мир всемогущий. Благ Господь, наш Бог прославлен, Он воскрес, вознесен, и Ему вся хвала. Он тот, кто был, Он есть и грядет во славе, с тьмами ангелов своих вся вершит слава свои. Благ Господь, Хосана Богу, Богу.
Осана, 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 Вышний Богу. Я вижу поколенье, восстающее для Тебя. Горят сердца, горят сердца. Я вижу пробуждение в сердце огненных молитв. На коленях мы, на коленях мы. Осана Богу Вышнему, Осана, Осана, исцели, Амор, что не видел глаз, покажи, открой. Научи любить, как ты любишь все. Сердце переплавь в огне. Все, что есть во мне, отдаю Тебе. Оторвусь я от земли, вечности. Осана, Осана Вышний Богу, Осана, Осана, Осана Вышний Богу. Благую весть о святом Рождестве ангелы Божьи воспели с небес. Ни богача и не мудреца
Спаситель Христос, Он людям земли мир небесный принес. Сердце вас послал нам радость Бог. Иисус Христос Спаситель родился в Рождество. Державу вражью сокрушить, чтоб стали мы Его. О, радости мир всей земле, радости мир. О, радости мир всей земле. Отец Небесный нам ангела послал, и пастухам безвестным Он благовествовал, что в малом граде Вифлеем Бог человеком стал. О, радости мир всей земле, радости мир. О, радости мир всей земле. Звезда светлая, утренняя, неземная красота, сквозь века ведешь ты нас в свой чудный дивный свет. Над нами ты. Звезда светлая, утренняя, неземная красота,
века. Ведешь ты нас в свой чудный дивный свет. Да не смутится сердце вас, 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 да не смутится сердце вас. Он нам спасение.